Рынок умных колонок в России фактически не существует. Рынок умных колонок активно растет уже несколько лет. Согласно прогнозам США, число пользователей умных АЭС к концу текущего года превысит число пользователей носимой электроники. Источник, ссылаясь на аналитиков Deloitte, утверждает, что в следующем году в сегменте умных колонок будет отмечен самый быстрый рост выручки за всю историю устройств, имеющих выход в интернет. Однако в России дела обстоят совсем иначе. Официально в нашей стране практически ничего из этого сегмента не продается. Google и Amazon тут не представлены, а именно они занимают львиную долю рынка. Зато есть отечественная Яндекс. Станция. Согласно данным источника, продажа умных колонок в России находится на уровне 1000 устройств. В основном такие продукты покупают энтузиасты, массовым решением умные колонки в России пока не стали. Проблема заключается в основном в поддержке языка. Та же Alexa русский не поддерживает и не ясно, когда начнет. А Google Assistant обзавелся поддержкой русского относительно недавно. Но проблема отсутствия официальных продаж умных АЭС поискового гиганта это не решает. Аналитики считают, что российский рынок умных колонок сформируется в течение 2-3 лет.